Добро пожаловать в город свинки Пеппы. Здесь будет весело. Мы скоро встретимся с Пеппой, но сначала попробуем прогуляться. Чтобы ходить, используй джойстик. Какой красивый цветок. Подойди к нему поближе. Нажми кнопку, чтобы прикоснуться к нему. Нажимай ее, когда она будет на экране. Бабочка улетает. За ней. Что такое? Забор преградил дорогу. Не волнуйся, той же самой кнопкой можно открыть ворота. Иногда, чтобы идти дальше, нужно отодвинуть с дороги предметы. Не забудь использовать эту кнопку, когда она появляется на экране. О, привет! Добро пожаловать в город! Куда ты идешь, малыш? Чтобы поговорить с мамой-крольчихой, подойди к ней и нажми кнопку действия. Нажимай кнопку всякий раз, когда она появляется. Собираешься увидеться с Пеппой? Она вон там, на холме. Продолжай идти, и скоро будешь там. Пока! Отлично! Ты умеешь передвигаться по городу свинки Пеппы. Продолжай идти дальше, и ты со всеми познакомишься. Свинка Пеппа! Новый друг пришел навестить Пеппу. Как интересно! О, славно, ты здесь! Добро пожаловать! Мы прекрасно проведем время! Ты здесь! Ты здесь! Мы отлично проведем этот день! Thank you.
Вот моя комната. Тебе нравится? В корзине у меня игрушки. В лягушку не превращай! В лягушку не превращай! Мистер Картошка! Как тебе, мистер Картошка? Пеппе нравится. Стоять на месте скучно. Пойдем куда-нибудь. Мама-свинка, ты не видела мои очки? Я нигде не могу их найти. Нет, папа-свин, не видела. Пеппа, может, вы вдвоем поищете очки папы-свина? Они должны быть где-то в доме. Да, да, мамочка, мы найдем очки. Надо искать. Давай вернем их папе. Папа, папа, мы нашли их! Мы нашли очки! Правда? Отлично, Пеппа. Спасибо. И тебе спасибо. Ты хороший друг для Пеппы. Включи, пожалуйста, снова, чтобы я могла читать. Стоять на месте скучно. Пойдем куда-нибудь. Спасибо. Привет, Пеппа. Вижу, у тебя новый друг. Хочешь помочь? Отлично! У меня есть для тебя задание. Давай ты перемешаешь то, что в миске. Превосходно! Отлично получилось! Мы сделаем из этих овощей чудесный салат. И дедушку. Их дом как раз по пути. Пойдем вон